После достаточно скупых на заброшенные шайбы двух дней турнира молодежная сборная Беларуси уже в первом периоде разразилась голевой феерией, четырежды поразив ворота датчан. По разу отличились Пышкайло, Пальчик, Буярский и Кочеловский. Второй период прошел без заброшенных шайб, а в заключительной 20 минутке Климович забросил пятую, укрепив преимущество белорусов. 5-1, и молодежная сборная побеждает в домашнем турнире. Турнир закончился на мажорной ноте для белорусских болельщиков. И по хорошей традиции организаторы определили лауреатов соревнований. Лучшим вратарем стал Ростислав Зиновенко. Звание защитника досталось также игроку молодежной сборной Беларуси Павлу Денисову. А лучшим нападающим стал Тим Харниш из Австрии, бомбардир турнира, датчанин Микель Йенсен. Турнир четырех наций стал настоящим праздником для любителей хоккея. На протяжении всех трех игровых дней они поддерживали и гнали своих только вперед. Каждый матч посетило более 4500 человек. Это значит, бобручане любят вид спорта номер один в республике. Уверен, что в любом случае те успехи нашей команды, которые мы сегодня имеем, позволят нам, конечно, получить задор бодрости, уверенности и в конечном итоге получить те лидирующие позиции, которые должны мы иметь. Сборная Беларуси уверенно провела турнир, одержав во всех трех матчах победы. Тем самым доказав, на предстоящем чемпионате мира красно-зеленые будут бороться только за выход в элиту молодежного хоккея. Ну а Бобруйск еще раз всем показал, мы можем проводить соревнования самого высокого уровня. Максим Гембель, Максим Галенко, Бобруйск 360.